точно бывали в этом ресторане с друзьями, с семьей, да и просто по делу. Квартал отметил свой день рождения, собрав всех своих постоянных клиентов. Было весело, вкусно и жарко. За 4 года было проведено просто множество всяких акций, были розданы тысячи подарков, сотни дисконтных карточек. Сегодня мы постарались как-то вот такими скромными ресурсами реализовать все то лучшее, что мы собой представляем на сегодняшний день. Что за день рождения без подарков? Только на этот раз не имениннику приготовили сюрпризы, а именинник радовал гостей. Каждому присутствующему сегодня в процессе мы сейчас вручаем небольшие конвертики, в которых находятся дисконтные карты от ресторана «Квартал», а также магнитики на холодильник с довольно-таки веселым дизайном. Мы посмотрели все внутренности, содержимое конверта, все уже заполнили, карточку взяли. Смайлик тоже очень здорово. Но это еще не все. Дорогие родители, внимание, поторопитесь записать своих деток на курсы юных поварят. Проект, который был запущен недавно, но аналогов пока не встречал в городе. Каждое воскресенье записывайте своих детишек, мы научим их готовить. Гости доверяют этому заведению. А почему, выяснял наш репортер. Да, доверяем, мы здесь частые посетители и... Мы очень любим это заведение, и мы считаем, что одно из самых лучших в Кишиневе. И плюс оно доработает допоздна. Атмосфера великолепная, дружественная, приятная. То есть приходим с удовольствием сюда каждую пятницу. Здесь рядом живу и вместе с семьей прихожу всегда покушать веранду. Очень люблю это заведение на самом деле. А оно единственное такое в Кишиневе. Когда приходишь и на самом деле заряжаешься позитивом, потому что все настолько доброжелательные. Кстати, в этот день было 2 дня рождения у ресторана «Квартал» и у постоянной клиентки заведения. Себе бы я пожелала здоровья, а заведению много клиентов. We sing happy birthday to you, and may all your dreams...